Поздравляю всех автомобилистов нашего города с профессиональным праздником. Желаю им всем легкой дороги, поменьше гаишников. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Автомобилисты, орла, вперед! Ни гвоздя, ни жезла. Поменьше, нарушать правила дорожного движения. Ну и всего самого доброго. Чтобы в их вождении не было ДТП. Если были, то очень мелкие. Да, без маршруток нам никуда. Конечно, не пить, не курить за рулем. По мобильному телефону не отвлекаться, конечно. Вежливости, корректности на дорогах. А так вроде все нормально. Будьте аккуратнее на дорогах. Как же водители!